На самом деле не знаем, что находится вне нас. Мы уже ощущаем мир в себе, а что находится вне нас, мы никогда ощутить не можем. Я не знаю, что вне нас. Допустим, я слышу какой-то звук. Так я предполагаю, что есть какое-то влияние, какой-то источник, создает звуковую волну, она приходит ко мне в ухо, давит на барабанную перепонку, оттуда начинается движение уже электрических сигналов, химических реакций, сопоставление с тем, что у меня есть в записи, в мозгу и так далее. И потом мне только выдается информация, что я слышу какой-то звук. А если это не просто звук, то и какую смысловую нагрузку он несет и так далее. То есть я представляю то, что находится извне, в тысячу раз переработанном виде, а вовсе не тот сигнал, который вне меня существует. Поэтому вне нас то, что существует, мы не можем никогда сказать. Мы говорим только о том, что постигаем в себе. Но, в принципе, все это ведет нас к тому, чтобы мы поняли, что этого нам недостаточно для существования, и чтобы мы пришли к потребности в новом дополнительном органе чувств, для того, чтобы выйти за пределы нашего мира на совсем иной уровень ощущения мироздания, в другое измерение.